Тема «У любви, как у пташки крылья» знакома многим поклонникам оперного искусства. На концерте она звучит в переложении для двух роялей. Музыкальное конфетти стало в школе уже доброй традицией. Ежегодно своим мастерством педагоги делятся со своими учениками. Мы приурочили этот концерт в этом году также ко дню ребенка, который прошел уже 20 ноября. Вот я думаю, это будет своеобразным подарком детям не только нашей школы, но и остальным зрителям. Ученики горячо приветствуют своих наставников аплодисментами. Программа охватывает разные направления. Звучат скрипка, гитара, виолончель. Есть и вокальные композиции. На конкурсах регионального и всероссийского масштаба юные сахалинские музыканты, как правило, ежегодно занимают призовые места, становятся победителями. Главные герои этого концерта тоже имеют престижные достижения. Очень много, я акцентировала свое внимание именно на каких-то инструментальных вещах, поскольку я занимаюсь на смычковом инструменте. А сегодня выступали, получается, мой учитель по ансамблю Евгения Владимировна и мой учитель по вокалу Светлана Анатольевна. И теперь я понимаю, к чему мне можно стремиться. Завершила музыкальный вечер выступление городского камерного оркестра под управлением Александра Заражаева, как всегда, яркая и броская. Акустика здесь одна из самых лучших в Южно-Сахалинске. Так зал быстро наполнился только положительными эмоциями.